Добро пожаловать в Run Music. Смысл нашего приложения предельно простой. На главном экране тебе нужно просто свайпнуть, и везде, где приложение слышит музыку, оно начисляет тебе за это криптовалюту, которую ты можешь просто взять, на одну кнопочку вывести и купить себе кофе в ближайшей кофейне. А теперь давай я подробно расскажу, как пользоваться приложением Run Music для того, чтобы оно корректно начисляло тебе криптовалюту и какие шаг за шагом действия нужно сделать для того, чтобы получилось. Первое, что тебе нужно сделать, это скачать приложение в App Store или Google Play. Второе, нужно пройти простую регистрацию по номеру телефона или электронной почте. Третье, для того, чтобы зарабатывать внутри приложения криптовалюту, вам нужно выбрать, а затем купить виртуальные наушники. Они стоят всего от $9 до $800. А для того, чтобы выбрать и приобрести себе виртуальные наушники, вам просто на главном экране нужно нажать кнопку Home, откроется ваш личный кабинет, и там внизу, во второй части экрана, есть Marketplace, где вы можете полистать и выбрать себе именно подходящие наушники. Далее, вы нажимаете кнопку «Купить», вас перебрасывает в наш P2P платежный шлюз, где система выдает вам номер карты крипто-маркетмейкера. Вы копируете номер этой банковской карты, заходите к себе в банк, вставляете и перечисляете нужную сумму. Далее заходите обратно в приложение, и в течение 50 секунд транзакция подтверждается, и все, ваши наушники появляются у вас в вашем личном кабинете. Платежный шлюз полностью безопасен и одобрен маркетмейкерами биржи Binance. Теперь давайте разберемся в самом интересном. Чем же наушники отличаются друг от друга? Все на самом деле тут тоже просто. Чем премиальнее у вас наушники, тем больше прибыли они вам будут приносить, и вы сможете дольше использовать приложение для начисления криптовалюты. Например, если вы приобретаете первую модель наушников за $9, то за полный заряд батареи вы заработаете 42 цента, а полного заряда у этих наушников хватает на 2 часа. А потом они перезаряжаются примерно 3-3,5 часа, и вы можете опять 2 часа майнить криптовалюту. И так далее, и так далее, и так далее. В то же время во второй модели наушников за полный заряд батареи вы уже зарабатываете $5.97. И зарядки у нее хватает на значительно большее время. 4 часа она может работать. И чтобы перезарядиться, им нужно всего 2 часа. То есть вы практически постоянно можете майнить криптовалюту в приложении. Смотрите, все, наушники мы выбрали, наушники мы купили. Дальше мы обратно нажимаем кнопку Home и попадаем на главный экран приложения. На главном экране приложения нас встречает в принципе две кнопки. Это кнопка Home, которую мы уже нажимали и понимаем, для чего она нужна. И вот такой вот слайдер, свайп, который очень приятный. Если вы будете его так вот аккуратно слайдерить, то он будет так вот чуть-чуть вибрировать, короче, понимаете, да? Вы его вот так вот просто и все. Начинает происходить магия. Вы можете включить музыку в любом месте. Например, надеть наушники, включить, слушать музыку. Приложение будет слушать и майнить вам криптовалюту. Вы можете включить музыку у себя дома. Приложение будет слышать эту музыку и майнить вам криптовалюту. В тачке, в баре, вообще абсолютно в любом месте. Музыку вы можете включать тоже абсолютно в любом месте. В интернете, в браузере, в Яндекс.Музыке, в Apple Music. Вообще абсолютно в любом месте. Везде, где приложение слышит музыку, оно начисляет вам криптовалюту. Понятно, да? Идем дальше. Когда вы слушаете свою любимую музыку, вам начисляется та самая прибыль, которую вы можете выводить в любое удобное для вас время. Для этого вам нужно просто нажать кнопку Home. Откроется снова ваш личный кабинет. В левом верхнем углу вас встречает кнопка аналитики, где вы можете посмотреть, сколько вы уже прослушали музыки в минутах и в секундах, где вы можете посмотреть доступный вам баланс и сколько вам доступно наушников и так далее. К слову, доступный баланс в течение 5-10 минут может немножко плавать, потому что наша система в течение 5-10 минут обрабатывает музыку, которую вы послушали, и определяет, была ли это музыка или все-таки это были какие-то сторонние лишние звуки, поэтому могут быть поправки. Допустим, у вас прямо сейчас может гореть после прослушивания $2 доступных, а через 10 минут уже будет гореть $7 доступных. То есть здесь, я думаю, тоже поняли. Это такая небольшая поправка на ветер. Далее, под строчкой «Доступный баланс» вы нажимаете кнопку «Вывод токенов», и вам выскакивает окошко с выбором, куда вы хотели бы вывести вашу прибыль. Это либо фиат, то есть на вашу просто банковскую карту, либо криптовалюту, то есть это на ваш какой-то криптокошелек. Если вы не хотите заморачиваться, хотите вывести прибыль просто на вашу доступную банковскую карту, вы нажимаете кнопочку «Фиатный мост», вас перебрасывает в P2P платежный шлюз, где вы просто вводите доступный ваш номер банковской карты,
И все в течение 50 минут деньги приходят на вашу банковскую карту. Все очень просто. И вроде бы все. Но когда я рассказываю про приложение Уран Мьюзик своим друзьям, они мне задают логичный вопрос. Откуда берется прибыль? Как работает майнинг? Тут все тоже достаточно просто. Давайте я вам сейчас в двух словах объясню. Слышали что-нибудь про систему майнинга биткоина? Или, может быть, вы слышали про парней, которые покупают себе видеокарты и где-то в подвалах делают майнинговые фермы? Если нет, то сейчас проведу быстрый ликбез. Давайте представим, что мне нужно отправить вам один биткоин. И в момент отправки с меня возьмется небольшая комиссия. А чтобы наша транзакция прошла успешно, то есть биткоин ушел с моего кошелька и пришел на ваш кошелек, нужно обработать математический код, как на калькуляторе. И вот этот математический код обрабатывает какая-то видеокарта на майнинговые фермы вот тех пацанов, которые собирают эти майнинговые фермы. И получает вот эту комиссию, которую при отправке я плачу. А мы подумали, можно ли заменить огромную криптоферму на один телефон? Просто обычный телефон. Ведь у телефона тоже есть вычислительные мощности. Хоть и не такие большие, как у видеокарт на криптофермах, но все же есть. И спустя полгода разработок, огромной войны с App Store, вы можете теперь просто включить Уран Мьюзик, и ваш телефон становится карманным майнером. И поправка на ветер. Вы можете вообще не париться, потому что приложение использует вообще малюсенькие вычислительные мощности. 10% от возможности вашего телефона. Поэтому с вашим телефоном ничего не будет, и он будет вам просто начислять крипту. А теперь возникает логичный вопрос. А музыка-то тут при чем? Согласен, логично. В принципе, ни при чем. Музыка здесь сделана для игровой механики. И в целом, потому что мы, наша компания, обожаем музыку. Потому что если бы мы сказали вам, мы сделали приложение для майнинга криптовалюте, которое работает как лучше биткоина, использует вычислительные мощности, бла-бла-бла-бла-бла, это было непонятно бы и неинтересно. А когда я говорю, возьми телефон, свайпни и слушай музыку, И просто за прослушивание музыки тебе будет начисляться криптовалюта, согласитесь, это звучит поинтереснее. На этом у меня все. Приложение Уран Мьюзик. Инновационное приложение в мире музыки, в мире майнинга криптовалюты на телефоне. Такого вообще еще нет. Пользуйтесь, кайфуйте. Тем более это очень просто. У вас есть просто приложение, главный экран, две кнопки. Первая кнопка просто слайдер, свайпнули везде, где приложение слышит музыку. Еще раз, наушники, в тачке, дома, в баре, везде абсолютно, где есть музыка, вы ее слушаете, вам начисляется криптовалюта. И вторая кнопочка Home, где у вас есть вся информация, ваш личный кабинет, где есть как раз таки техподдержка, на которую вы можете задать абсолютно любые вопросы. Есть Marketplace, где вы можете покупать наушники. Кстати, я забыл сказать, что наушников вы можете покупать бесконечное количество, сумма наушников суммируется, они как будто бы друг друга усиляют, и прибыли вам начисляют больше. Ну, я думаю, здесь тоже понятно, это все очень легко. Поэтому вы слушаете, зарабатываете, кайфуете. Любые вопросы, которые есть, можете задавать техподдержке, можете задавать в соцсетях. Мы всегда на связи, у нас лучшая техподдержка в мире. Слушаем музыку и зарабатываем криптовалюту. Поехали.